Ну что, друзья, долька чеснока, ля, какой он деловой! А что это такое? Это что за фигня сейчас была, я не понял. Хоба, всем здорово, с вами как всегда ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби. Это вторая часть, модификация Эклиз. Это просто топовая модификация. Ребят, обязательно поставьте свой жирненький царский лайк, подписывайтесь на канал. И, ребят, вы сами знаете, что происходит в последнее время, поэтому на всякий случай также вступайте. Дискорд-сервер будет в описании, да, друзья. В общем, сегодня, как всегда, ребятки, мы... А давай-ка сначала вот сюда вот, да, на грядочку нашу. О, пошло-поехало, ребятки, смотри, да мы в деньгах, да мы в деньгах. Так, освещение сейчас тут немного поправлю, ребят. Денюшка-то собираем, собираем у нас. Нифига, посмотри просто, сколько у нас бабла-то по факту. Так, а ростков, к сожалению, нету. Ну, ничего страшного, дружище. Ребят, сегодня у меня день рождения. Я обязательно там еще один ролик выложу. Вы офигеете, что мне там подарят. Вот. И будет стрим. Даже, возможно, два. Так что, братишка, буду тебя ждать. Ну и, конечно, в день рождения квасик. Ребят, самый дешевый просто квас русский, фильтрованный. Вот, вот какой, ребят. Квасочек 39 рублей всего стоит. А просто самые лучшие квасики уже выпиты. Поэтому остается только один. Но он холодненький, в принципе. Пойдет, ребят, за 39 рублей. Сейчас, может, еще и дешевле будем пить. Кто знает-то, друзья. Давайте, за вас бахаю. Погнали. Погнали, дружище, на квест. Сначала, конечно же, специал. Да, мы сегодня, кстати, попробуем выбить мини-малыша какого-нибудь, мини-малыш растения, эти те же самые мины, подсолнух. Ну, кстати, самый крутой. Пройди уровень за 8 минут. Нифига себе. То есть не выживи 8 минут, да, а именно до истечения этого времени. Нифига. А как это будет реализовано? Ну, давай, погнали. Ну, первым делом, конечно, мы с тобой берем подсолнух, это обязательно, и новое растение, ребят, долька чеснока, я уже так давно, на самом деле, хотел его протестировать, ну, в общем, погнали, приятного вам просмотра, аппетита, давай, братишечка, за тебя, так, быстренько, блин, куда я, куда ты поставил, куда ты, дружище, поставил, ну, ладно, пойдет, пойдет, дружище, пойдет, сейчас придумаем, ох, смотри, что он делает, блин. Это прикольно. Мне нравится. У меня сегодня очень хорошее настроение, дружище. Опа! Ну что, друзья, долька чеснока. Ля, какой он деловой. Ну-ка. Все! Все, ребятки. Он сожрал и идет дальше. Это проблематично, это проблематично. Может, жабки? Давайте, быстрей, быстрей. Ни хрена себе, жаба как раскатала просто. Слушай, это круто. Так, ребята, вы бы как-нибудь здесь бы помогли мне. А именно... Ой, ты не туда пошел, дружище. Ты не туда пошел. Блин, а как же мне тут сработать-то? Так, а я могу, интересно, этого вниз? Если я смогу это сделать, пожалуйста. Да не... Ладно, ладно, пусть, пусть тут. Хорошо, хорошо, мы... Мы тут жаб сейчас настроим как надо, ребятки. Так, жаба есть. Жабахат. Тут вот так сделаем. Дружище, да мы быстро вообще пройдем. Все будет круто. Так, тебе вот так вот. Шипы-то тоже на самом деле надо бы поставить, дружище. Надо тоже обязательно. Так, здесь нормально, здесь тоже нормально. Сейчас попрет. Сейчас пойдет, сейчас попрет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Блин, мне нравится. Так, побольше, побольше жаб теперь в серединку. Слушай, мы хорошо вообще делаем. Так, что у нас дальше? Ой, это нехорошо, это очень нехорошо. Тут надо шипы. Давай без этого, дружище, все, переставай. Давай без музычки. Так, хорош. Только чеснока сразу сюда. И здесь бы надо тоже вот эту штуку поставить обязательно.
Хорошо, идем. Слушай, долька чеснока здесь вообще капец выручает. Она просто крутая штука. Ну, короче, как чеснок, но только... Ты понял, в общем. Так, давай две тут теперь ставить, расставлять, наверное. Так, есть. Отлично, отлично. Уже первая волна у нас пройдена. У нас тут в основном, видишь... Так, тихо, 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 тихо. Сколько здесь у нас будет жаб? Вот такой вопрос. Ну, наверное, где-то... Наверное, три пусть будет. Так, хорош, дольку чеснока. А у нас Хьюстон маленькая проблемка есть все-таки. Все-таки есть. Я вот фиг его знает, что сейчас делать. Потому что у нас, видишь, что? Есть проблемка, реальная проблемка. Ребят, тихо, стоять. Ой-ой-ой. Погибает зайчик мой. Так, тут проходит. Ну ладно, в принципе, они могут пройти, так сказать, позволить себе. Лучше жабку тут теперь поставить, это точно. Надо где-то, наверное, по три жабы, да? Давай так и сделаем. Так, проходит, ничего страшного, дружище. Тихо, тихо, тихо. У нас эта штука работает тоже. Хорош, гем! Шикарно. Так. Они долговато идут, конечно. Жаб устанавливаем еще больше. Как будто из Роблокса там уже, знаешь, какой звук сейчас был. Спокойно тут вообще проходим. Есть. Изи. Тут надо, чтобы они ушли. Птички Додо, блин. Проблема, видишь, они взлетают. Ты охренела, птичка? Оп, отлично. Ура. Так, все больше и больше ставим, ребят. Хорош! Конечно же, надо что-то тут предпринимать уже. Ну, блин, задрихавает как. Такие звуки, что пипец. Проблема, птицы тут совсем офигели. Вот это вообще не круто! Это вы чё, блин? Ни хрена они там просто, смотри как. У нас проблема... Боже мой, вы серьезно, ребят? Ну они все прожрали, блин, ты видел? Ты видел вообще, что творится, блин? Жесть какая! Просто какая жесть, ребят? Какая жесть, какая жесть. Не знаю, можно эти штуки уже применять. Так, хорош. Ну, мы быстро проходим, смотри-ка.
Так, хорошо. Хорошо, ребят, все идет. Так. Так. А что это такое? Это что за фигня сейчас была? Я не понял. Я не понял, это что, блин? А это, видимо... 8 минут уже прошло, ребятки. 8 минут уже прошло! Ничего себе! Это там какая-то, получается, стрела в надгробие попала, и оттуда вылез зомби! Все, сейчас будет круто. Быстренько, быстренько расставляем подсолнухи. Конечно, есть тактика, ребят. Конечно же, есть тактика с этим звездным фруктом. Но, ребят, я его нифига не знаю. Уже сколько? 2 или даже 3 года я в растения против зомби играю. И это мое, знаешь, не особо прям любимое растение. Вот что я тебе скажу. Так, надо сейчас как-то его завалить. И я думаю, мы поставим его сюда. Вот, давай, маслину, маслину кидай. Он сейчас вот, вот так вот как-то должно сейчас все быть. Ну-ка, оп, 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 маслина! Хорош! Смотри, практически ваншот. Ну, сейчас, два, оп. Да ладно, серьезно? Просто раз и все? Так, давай тут вот так вот сделаем. Братишечку. Так, второго надо уже ставить. Полюбас, полюбас. Давай, 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 дружище. Тут у нас проблема. О-о-о-о, давай, 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 стреляй, 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 дружище. Просто он слишком близко уже находится, как бы. И это меня печалит. Блин. Ну давайте, ребят, соображайте. Нет! Фух, щищ. Ладно, ладно, хорошо, хорошо, ребят, хорошо, вроде все хорошо. Так, что с этим? Вот так вот делаем. Есть! Придется жертвовать подсолнухами, я понимаю, ребят, я понимаю, это не очень хорошая новость, но что делать? Так. Ага. Понимаю. Оп. Минус. Слушай, ни хрена мы как быстро идем, а? С этим звездофруктом-то, посмотри. Ну... Так-то бы, конечно, хорошо бы было, ребятки. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут у нас проблемка. Вот так вот мы ее решаем. Побольше, 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 побольше. Мы просто, просто уже волна. Мы подсолнухов-то толком даже не поставили. Но, в принципе, защита какая-то есть. Нормально. 5, вроде бы все нормально. Так. Быстренько ставим здесь, там. И вроде бы готово. Плов готов, ребят. Не, хорошо идет. Оп, даже маслина там попадает. Хорошо. Хорошо, правда. Хорошо, офигительно хорошо. Сюда куда-нибудь поставим. Так, тут у нас посередке. Ох, нормально. Минус птичка. Так, ладненько. Слушай, да нифига мы быстро-то идем. Ну, конечно, хотелось бы, ребят, тут, наверное, все-таки еще больше, еще больше, еще больше карамбулы. Ой, тут эти пошли, поэтому надо... Ой, это плохо. Это печально, это очень плохо. Их трое идет аж. Так. Дядя, пока.
Один дошел, но он не сожрет. Все, норм. Быстрей, 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 быстрей. Есть. Так, ну хорошо. В принципе, хорошо. Куда ты, птичка Додо, что ты творишь? Нельзя так делать, нельзя. Есть. Так, можно даже вот эти штуки поставить. Вот, заморозить слегка. Это тут бабла можем поднять, ребят. Хорошо. Так, я не вижу, где надо разрушить. Но тут вот разрушить, говорю, не то говорю вообще. Ребят, полный рандом, бред. Но нужно, нужно продолжать бороться, дружище. Давай, 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 давай. Фух. Так, монетка есть. Хорош. Так, куда-нибудь сюда вот можно поставить еще. Эту поставить. О, блин, стрела-то быстро идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятки, сюда ставим. Блин, побыстрее, побыстрее. Ребята, ну вроде должны успеть. Вроде должны успеть. Даже лягуху поставим. Блин, мне нужны шипы. Шипы мне нужны. Тут, видишь, какая проблема. Ласки сейчас пойдут. Капец будет. Нет, вроде бы успеваем что-то сделать. О, чуть-чуть остается. Чуть-чуть, ребятки. Поднажмем, поднажмем, поднажмем. Так, сколько там? Сколько там? Вроде успеваем, дружище. Сегодня уровень пипец какой-то. Так, ребята, вроде немного-то остается. Давайте, давайте, давайте. Тут уже чуть-чуть остается. Быренька, быренька, быренька. Чуть-чуть остается, вот, вот. Давай, 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 последние. Ну-ну-ну-ну, давайте, 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 там уже чуть-чуть, быстрее его разбирайте, да блин, хлопцы, быстрее. Фу, пожалуйста, все. Поздравляю, ребят, мы прошли. Поставьте, пожалуйста, жирненький царский лайкосик. Офигеть, офигеть, мы это смогли сделать. Ребята, прошли, это офигеть просто, ребят, ну честно скажу, это же... Ребят, сегодня будет очень короткий ролик, вы извините, пожалуйста, ребят, ну правда, день рождения, надо успеть еще все. Ой, блин, ребят, отлично, отлично, отлично. За квест мы получаем конфетки, замечательно. Сколько у нас? Ну-ка, давай посмотрим, давай, дружище, посмотрим. Пойдет, слушай, мы нифига себе скоро уже реально можем, так сказать, заработать на две даже. Но это в следующем выпуске. Прости, пожалуйста, братишка, сегодня вот такой вот у нас коротенький. На этом все. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, вступай в Дискорд. Также ссылочки на другие там будут в описании, на Яндекс.Дзен, Рутуб. Бай-бай, дорогой братишка.